в России и, конечно же, на побережье Крыма. Встречаем! Всем привет, дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо вам за то, что реагируете, все круто, магия начинается, музыка должна быть сочной и красивой. Поехали! Внимание, смотрим все группово, работаем! Дорогие друзья, все очень просто. Все прячутся в рукавах, но вы этого никто не замечаете. Смотрите, значит так. Это простой платок, в котором ничего нет, но здесь, откуда ни возьмись, появляется шок правильно. Смотри, хе-хей! Птичка, она сейчас извиняюсь, дорогие друзья. Я прошу прощения, Кеша, раньше такого не было. Сейчас. Значит так, это простая лента. Она черного цвета. Всем видно? Смотрите, раз, два, три, оп, поменял. Никто не заметил, смотри, девочка. Раз, два, оп, свечка. Ребят, ну это же мокрый струк. Сейчас объясню, смотрите, значит так. Поджигаем. Внимание, глотаю огонь. Друзья, но я буду глотать его вместе со свечкой. Внимание! Опа! Внимание на пол! Итак, это простой шарик. Птичка, которая снесла на ней яичко. Все видно? Простой шарик, который превращается... Внимание! Простой шарик, который превращается в обыкновенный платок. Ребята, это просто мокрый стук, никто не замечает. Смотрите, раз, два, три, простой платок. Простой шарик, но это было мокрый стук. А сейчас вы увидите настоящую магию. Шаааа! Это было круто, не правда ли? Сейчас. Простой шарик, внимание! Эй! Дорогие друзья, не отвлекайтесь! Сейчас, внимание! Поджог! И все, понимаешь? Оп! Дорогие друзья, это зайчик подварит зайца. Подварит настоящий заяц. Настоящий, волшебный. Папа, подварит зайца, он красивый, как планета. Иди погладь, папа, красиво. Спасибо большое, дорогие друзья, за ваши аплодисменты. Спасибо вам огромное. Дети, чуть-чуть раз, немножко по местам, раз, как было все видно. Сейчас чуть тише, сделайте музыку, сейчас. Сейчас музыку потише, пожалуйста. Ребят, я выступаю, я очень выгодный артист. Ребят, вот сзади выгодный видно, вам бы лучше присесть. Ребят, либо на стульчике, да. Да, друзья, дело в том, что я очень многим буду людям дарить подарки. Подарки буду дарить всем. Вот смотрите, у меня в кармане мобилка, айфон, ребят. Айфон, дарю айфон. Кому айфон подарить? Ну ладно, я этому человеку подарю. Вам нужен айфон? Нужен. Нет? А у вас есть чего позвонить? С айфона? А? Да, поаплодируйте!
попал. Ну я, это кролик. Я не виноват, сейчас. Ну, в моей программе на самом деле умеют летать не только голуби, вообще любые предметы. Следующий трек. Погромче, поехали. Такой вот интересный трек у вас. Давай! Как раз молодец! Еще, смотри! Давай! Просто,